Девочки, здравствуйте! Сегодня будет обзор очень классной пластины. Я так ее ждала. Это бренд Beauty Big Bang. Они сейчас вот так вот заворачивают. Помните, у них были бумажные упаковочки? Сейчас они уже так заворачивают. Это у нас японская такая пластина в японском стиле. Такие японские гравюры. Мне очень понравилось. Beauty Big Bang Unscent XL007. Почему я ее взяла? Я увидела, когда у них... вот так она представлена, да? Я когда увидела вот эту раскадровочку, ой, как интересно, вот эту раскадровочку, думаю, боже, это стилистика, такая гравюра, я обожаю. И я хочу повторить, мы сейчас все сделаем. Тут в основном все черно-белое, но так же, как и в японских гравюрах, они тут дали элементы, которые можно делать красным. Вот если вы ведете японская графика, вы посмотрите, да, вот такой вот минимализм. В основном все черно-белое, такое или охристое. Очень много красного цвета. Да, если вот будет листать, везде раз красные цветочки. Здесь красные цветочки, акцент. То есть абсолютно. Вот домики. Здесь у нас вот тоже есть домики. Домики тоже в основном красные. Но это азиатская такая стилистика. Они очень любят красный цвет, это правда. Но у них и, допустим, флаг Японии же там красный, да, солнце. Вот это известные гравюры, вот эти волны моря, да. Вот так вот они выглядят, вот эти гравюры. Горы, море, девушки, да, у нас гейши, самураи. У нас здесь вот два самурая, три самурая, две гейши. В общем, вот, да, вот мы смотрим. Вот, вот, пожалуйста, камыш. Вот он, камыш. У нас тоже, видите, как все черно-белое. Жалко, что они иероглифы не сделали. Вот это вот обидненько, да. У меня нет, к сожалению. Я думала, кстати, купить пластину с иероглифами, но что-то... Вот теперь вот жалею, надо было взять. Вот девушки в кимоно. Ну, вы поняли, да? То есть абсолютное соблюдение... вот эти золотые карпы известные, да, их рыбы... Известные японские, да, которые они у них в прудах. Значит, смотрите, что я вам хотела еще показать. Мы, конечно, сейчас все... Я приготовила кучу белых типс. Мы сейчас все это повторим графично. Но все-таки пару, хотя бы 2-3 рисунка я все-таки разукрашу. Ну, я не могу. Особенно вот эта гейша, но она прям просится на разукрашивание, да. Поэтому мы сейчас сначала сделаем, как они предлагают. Они не то, что предлагают, это такая стилистика. Японские гравюры. То есть она в основном черная, белая и красный акцент. Вот смотрите, например, видите? Черно-белый рисунок, красные цветы, да, на дереве и красное солнце. Все. И смотрите, как круто смотрится. Вот, вот это солнце мы отсюда, да, можем брать. Оно здесь тоже в таких же линиях. Смотрите, вот, например, это известная гравюра «Море, солнце». Здесь еще лодки бьются, да? У нас здесь нет лодок, но у нас один в один волна. Вот она. Мы можем сделать ее не черно-белой. Я, допустим, волну разукрашу и добавим сюда солнце, да, на фоне. Повторим вот эту известную. Они не могут 100% ее передать, потому что надо будет права платить за рисунок. Поэтому они ее немножко стилизовали. Это же китайская пластина, это тоже Азия, это тоже культура азиатская. Они все сделали, немножко стилизовали, чтобы не, скажем так, авторами. Вот это известнейшая, да, пластина, вот эти карпы черно-белые, как инь и янь. Вот они у нас здесь есть. Один в один нарисованы карпы, просто один в один. Но здесь нет веточки сакуры, да. Или что это за цветок, не знаю. И здесь нету волны. У нас вот здесь волна. Но я думаю, что мы тоже не будем делать ее в черно-белом. У нас достаточно будет много сегодня черно-белых рисунков. Я думаю, мы разукрасим вот этих карпиков. И на фон сделаем здесь тоже красное пятнышко. И попробуем повторить эту известнейшую японскую гравюру. Домики, домики. Обратите внимание, домики у них тоже в основном красные, да? Разукрасим вот этот домик, например, или вот этот. Не будем делать прям полностью, да, как они предлагают. Ну, ну, руки чешутся, девочки, расписать, поэтому, ну, сами понимаете, почему бы и нет. Потому что, ну, руки чешутся, конечно, но как не расписать такую красоту, такую гейшу. Мы ее сделаем. Итак,
очень красиво в черно-белом. Мы посмотрим, как она ляжет на типсу, как это будет смотреться на ноготочке. Я сначала сделаю вот эти рисунки, как они предлагают. Единственное, мне не нравится, вот как они на гейшу сделали кровь. То есть это явно, ну, некрасиво. То есть вот здесь красиво, да? То есть вот эти два мне нравятся. На девушку мне не нравится, что они сделали, ну, как будто брызжет кровь. То есть одно дело самураю сделать, а другое вот здесь, например, можно было сделать. Мы добавим, кстати, вот здесь очень классный самурай. И к нему здесь есть вот такая вот композиция, да, такие пятнышки. Я сделаю красным вот сюда, типа это кровь у самурая, да, с ножа, с копья, что это у него там. А вот у девушки мне не нравится, я лучше сделаю второй вот этот вот круг на фоне. Повторим, вот у дядьки сделаем большой круг, у девушки сделаем поменьше, что мне не нравится, как сделано. Или сделаем, допустим, вот это пятно, но не вот это прям совсем агрессивно. Вот. Сначала, вот потрясающе, самые красивые два рисунка, это, конечно, вот эти карпы. Очень красивые, замечательные. Посмотрите, как смотрится красиво графикой, именно не раскрашенной. Вот, так что сейчас сделаем. Очень красиво, мне нравится цапля. Очень, видите, они отдельно солнышко прокрасили красным, но это легко делается. Мы его отделим сначала и повторим. Это солнце мы еще используем, я хочу тут вот использовать его в других композициях. Жалко, что они не сделали полное солнце, потому что я хочу повторить вот эту волну с круглым солнцем. И нам нужно вот сюда тоже что-то красное. К сожалению, не даст. Хотя мы карпом можем сделать вот это, в принципе, да? То есть оно ровно, перенести его сначала, да? А, ну, не знаю, в общем, как лучше сделать. Потому что здесь они будут раскрашены, тут часть видно не будет. Но мы, в принципе, можем же стилизовать, правильно? Сделать немножко по-своему. Например, здесь более большой круг, здесь сделать поменьше, тоже такой стилизованный. А-ля японская гравюра, а не стопроцентное повторение. Мы тоже с вами люди творческие. И делаем так, как нам нравится. Пятнышки хорошие, мы можем использовать их и в других дизайнах. Пластина простая, легкая. Я ее купила. Мне хочется как-нибудь сделать просто, да, девочки, не раскрашенный, а красивый, стильный, черно-белый маникюр. У меня есть на канале «Алиса в стране чудес» сделано в черно-белом графичном дизайне. Это так красиво. Все 10 ногтей там у меня разные герои «Алиса в стране чудес». И мне очень нравилось ходить, это очень классно смотрится, стильно, ну, в общем, супер. Поэтому мне именно понравилось, конечно же, вот так. Я ради этого и взяла, но чтобы вам было поинтереснее, все-таки что-то мы сделаем цветным. Так, ну все, достаточно много что-то я наговорила. Давайте начнем. Хороший бренд, к сожалению, они мне ни разу не писали, ни разу не выходили на меня. Я бы с удовольствием получила бы их пластины бесплатно, но приходится покупать, да? Ну, что делать? Бренд хороший, на него не жалко, как говорится, потому что качество есть качество. И очень приятно работать с такой пластиной. Единственное, говорю, девочки, скиньте мне ссылочку на иероглифы, кто знает. Надо нам с вами... Вот были бы иероглифы, мы бы с вами еще какие-нибудь оба добавили, да? По-моему, у меня ничего нет с иероглифами. Нет, мне кажется, нет. Что-то я вот не помню. Я еще думаю, надо взять. Ладно, я найду, поищу. Где-то он мне попадался. Может, на Валберисе, что ли, я видела. У Свонки, по-моему. Мне кажется, да, девочки? Напишите, напомните мне, у кого у нас есть иероглифы. Надо прикупить. Вот, девочки, я нашла. У меня в избранном... Елена... Подождите, да, вот. Я уже в корзину кинула сейчас. Вот эта пластина. От Свонки, я ее куплю. Здесь есть иероглифы, и в крупном, и мелком можно отделять. Но я помню, что я видела какую-то пластину еще. Может быть, у Малины или у Такида, я не знаю. Кстати, здесь, смотрите, солнце есть. Ну, в общем, классно. Здесь аниме, да? Но здесь есть вот эти облака, это чисто японская тема. Да, вот горы. И главное, иероглифы, которые можно и так сделать. Я ее куплю. Но была еще... Я знаете, почему помню? Я не помню бренд. Я помню, что там было перевод значения текста на иероглифах.
То есть там был, допустим, ну, грубо говоря, там любовь, да, и написано было мелко по-русски, что означает, а потом иероглифы. Вообще не помню, девочки, что за бренд. Вообще, вот дура, надо было сразу купить, представляете? Не помню. В общем, потом поищу. Не знаю, девчонки, не знаю, где она была. Ведь где-то же я ее видела. У меня тут накинуто в избранное. Ну, в общем, пишите, если вспомните, у кого есть иероглифы с названиями русскими, чтобы знать, что мы пишем. Не знаю, может быть, я ее в избранное на Алиэкспрессе кинула, навряд ли там по-русски был. Нет, это какой-то наши пластины были. Так, ладно, поищу потом для себя. Не будем отвлекаться, уже и так слишком много болтала сегодня. Так, берем черный. Тык и тэк. Какие нам сегодня лучше? Средние. Возьму средней жесткости. Так, давайте откроем, что они тут. Сначала я хочу примитивненько повторить за ними, да? Давайте вот с этого самурая. Он у нас с красным. С красным. Вот, с большим над головой. Он прямо у него. Пластина очень меня вдохновляет. Я люблю Азию. Но я была в Азии только в Сингапуре. И... Ну, Бали это все-таки... На Бали, Индонезия. Ну, как бы можно считать это азиатской страной, но не совсем. Все-таки это не то пальто. Это мусульманская страна, Индонезия. А Бали это у нас индуисты. Ой, нет, они не индуисты, они эти, господи, буддисты. Но это не то. То есть в Японии, Китае я не была. В Корее я не была. Ну вот, наверное, Сингапур самая азиатская. Это Сингапур, где я была. Вот. А, во Вьетнаме я была. Во Вьетнаме. Вот, ну. Так. Ладно, ну, в общем, мне нравится, интересно, всегда мечтала попасть в Японию, не уверена, что мне это удастся сделать. Хотя, кто знает, пути Господи неисповедимы. Так. Повторяем за ними. Господи, забыла уже, как делать классический стемпинг. Привыкли с вами все раскрашивать. Это у нас с вами самурай. Боже, как это стильно, девочки. Конечно, потом топом все покроем. Но насколько это стильно. Я просто балдею. Теперь сделаем цаплю с красным солнышком. Очень здорово, когда вот этот красный элемент присутствует. Да? Это просто чисто Япония. Со своим красным солнцем, ну, замечательно, да? Кто любит вот эту эстетику, конечно. Так, значит, давайте сначала цапельку перенесем без солнышка, да? Это все легко, это быстро и это эффектно. Нет у вас времени, но вы хотите, чтобы ноготочки были классные. Я вам уже говорила, что у меня... Ну, я уже привыкла, но мне постоянно делают комплименты, спрашивают, кто мне делал ногти, где я делаю, да, кто мне делает. И очень удивляются, что я делаю их сама, потому что, во-первых, я не мастер по маникюру, да. Вот, и я всегда привыкла уже, что он обращает внимание на ногти. Но в этот раз, кстати, девочки, вот на эти пялятся все. Дети, в автобусе все тети, даже пожилого возраста, все вот так на эти льдинки, да? Синий-синий иней. Лег на провода. Обычно у меня, ну как, кассирш, продавщица, там где-то кошелек все время, там еще что-то, очень близко ногти обращают внимание. А вот с этими обращают внимание все. Потому что выглядит очень классно. Хотя здесь ничего сложного, да? Вот. Очень эффектно получилось. Я довольна. Так, теперь солнышко делаем. Очень классное солнце, совершенно просто такое же, как на гравюрах, половинчатое, с разрывными такими линиями. Очень жаль, что они не сделали сюда полное солнце. Мы бы ее, конечно, бы использовали для
волны. Очень жаль. Но что делать? Сейчас мы пока повторяем за ними. Обязательно покроем все топом, все сольется, все соединится. Но кто вот это видит, да, сразу понимает. Япония. Япония. Красота, аж душа отдыхает. Давайте девушку сделаем. А, все-таки я брызги вот эти делать мне не нравится. Мы можем сделать, допустим, или вот этот большой поворот, или, допустим, вот эти мазки сделать, да? Добавить сюда краснинки, может быть, в зону платья, да, но не так, что ее кто-то ножом порезал, да. Давайте не будем делать это, мне не очень нравится. Хочется как-то эстетично это сделать. Я думаю, все-таки сделаем ей как-то вот за спиной, вот так сделаем, потому что, ну, я не хочу, чтобы ее типа кто-то убил, красавицу такую. Гейшу, да, нашу. Тем более нам надо тут все пятнышки попробовать с пластины, почему бы и нет. Вот так вот сделаем. Может это там закатное солнце вдалеке отражается в море. Давайте вот так вот придумаем такую легенду, да. У нас сейчас просто многослойный стемпинг пока идет, который я тоже, кстати, люблю. Очень быстро, очень эффектно. Да, девчонки. Пластина просто замечательна. С удовольствием сейчас с ней работаю. Просто красота. Качество отличное. Размер рисунков не микроскопический. Вот, получилось сейчас две пластины. На Валберсе заказала. Господи, а как этот бренд называется? Малина, да? Малина. Сейчас скажу. Надеялась, что там рисунки большие. Потому что я до этого-то заказывала. Классно все было. А они пришли такие маленькие. Даже обзор снимать не хочу. Ну, совсем маленькие. Вот, это другое дело. Посмотрите, она как бы смотрит, да? Смотрит в сторону отражения солнца в воде закатного, да? Вот это мне больше нравится, а не то, как они сделали, да, посмотрите, брызги крови просачивает женщину. Ну, мне это не очень понравилось. Вот. А сейчас у нас получается просто красота. Сейчас я там хотя бы 5 рисунков сделаю, покрою все вместе топом, как бы 5 накаточков у нас получается. Давайте перейдем к самым красивым двум рисункам, это огромные японские карпы потрясающей красоты. Давайте, кстати, посмотрим, как они в жизни выглядят. Девочки, нашла вот японские карпы. Вот так они выглядят. Посмотрите, ну это на картине. Вот они в жизни. Они, кстати, очень дорогие. Там одна стоит бешеные $1000. Ну, это кто занимается разведением. Это огромный бизнес. В России тоже их можно купить, но это очень дорого. Вот, смотрите, опять инь и янь. Вот, кстати, видите, нашла вторую. Здесь у них нету солнышка, да? Здесь просто белый и черный. Очень похоже на нашу картину, кстати, больше, чем та. И вот круговорот воды, смотрите. Так что мы можем и не дергать туда красный цвет. У них красная точка на лбу, но у нас здесь эта точка прокрашена. Как интересно, сохраню эту фотографию. Сейчас посмотрим, как этих лучше раскрашивать. Может, тогда не будем красное лепить. Жалко, что здесь веточек нет. Мы бы там пририсовали. Ну, в общем, вы поняли, да? Видите, они как любят соединять двух карпов. Вот наша. Вот эта известная гравюра. Здесь пятнышки у них есть. У нас здесь тоже они есть, но они их взяли и уже залили. То есть мы не сможем их раскрасить. Вот эти пятнышки. Здесь черный, белый. Видите, как здорово? Здесь так не сделаешь, к сожалению. Угу. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Отвлекаюсь я опять на этих карпов. Мне просто очень нравится. Смотрите, как стилизуют. Интересно. Ну классно, классно, девочки. Сейчас сделаем. Давайте сначала черно-белые перенесем, как мы и хотели с вами. А потом уже что-нибудь раскрасим. Я еще самурая хотела сделать. Тоже черно-белым. Красота невозможна, девочки.
просто, это просто космос. У меня прям слабость какая-то к этим черно-белым вариантам. Вот так вот. Специально. Давайте я покажу вам, как это круто смотрится, да? Я специально оставила вот здесь место. А я хочу сделать туда красный акцент, чтобы нам соединить наши рисунки 5. Нам нужно что-то красненькое. Так. Сейчас я думаю, что вот этот штрижочек я сейчас в бачок сделаю, чтобы соблюсти стилистику. Да, девчонки? Это же такая красота. Или вот эту сделать, или штрих. Господи. Господи, как сделать? Ладно, ту страшную каплю мы сделаем к самураю, что у него там кровище, все такое, да, девчонки? Это мы туда сделаем. А карпику сейчас... красавчику. Нам нужно с вами обязательно красный акцент. Ух ты, замечательно. Чтобы наши 5... Вот, вот, все отлично. Все было в одной стилистике японской. Я их потом на колечко посажу. У меня будет такая вот выкраска, можно сказать, черно-бело-красным цвете, да, девчонки? Так, теперь второй карп, он у нас смотрит вниз, не менее красивый. А, конечно, вам никто не запрещает разукрасить этого шикарного карпа. Никто не запрещает. Ну, мы сейчас повторяем за дизайнерами, а уж ваша фантазия, это ваши дела, как говорится. Ну, просто красавчик. Вы посмотрите. Вы посмотрите на эту рыбищу. Угу. Сейчас мы сделаем, как будто она хвостом бьет. Сейчас мы ей... Ну, вот эти брызги, кстати, можно сделать. Типа она хвостом бьет. Почему бы и нет? Ну, сейчас все. Все элементы сделаем. Угу. Почему бы и нет? Почему бы и нет? От хвостика идут брызги. Супер. Все, потом все обязательно покроем. Посмотрите на эту красоту. Уже издалека. Вы посмотрите, как это круто смотрится. Девочки. Это просто бомба. Бомба-ракета. Да? Так, давайте вот этого самурая сделаю, который держит классно меч. Так, у меня там белые остались только с липким слоем, надо снять. Я что-то думала, мы меньше сделаем, а у меня тут... Надо еще самурая шикардосного. Нет, мне просто интересно, где я эту пластину, ведь чего я ее сразу не заказала, дурная голова. Где были иероглифы и перевод на русский? Я не знаю, господи, где я? Где я видела ее? Это точно была какая-то наша. Потому что... Ну или таки да. Потому что там был перевод иероглифов. То я лоханулась, конечно. Так, и вот ему я хочу сделать... А знаете, вот это то, что вот с краю. У него здесь меч в руках. Самурайский. Ой, не то мажу, господи. Самурайский меч. И мы к нему это прям будет пятнышко. Очень. И мы как раз все пятна уже с вами попробовали. Почти. Нет, мне кажется, все... Во! Во! Вообще! Так, я, девчонки, лоханулась. Я не в ту сторону его сделала. Так, ладно, вы сейчас вот так посмотрите.
Посмотрели? Я сейчас за кадром переделаю в нужную сторону. Ну, что-то я увлеклась. И все-таки кверх ногами не хотелось бы его делать. Но тратить ваше время на переделку я не буду. Я сейчас другой типс потрачу. Ну, как другой? Нет, я сотру и заново сделаю. Зачем другой типс-то тратить? Господи, я ж топом не покрыла. Сейчас я за кадром быстро, девочки, переделаю. Так, хочу еще вот эту сделать тоже в черно-белом. Перед тем, как буду ее раскрашивать, эту красивую гейшу, самую красивую, с красным красивым, ой, красным красивым, господи, веер красивый у нее здесь. Нам надо будет тоже что-то красненькое добавить. Она потрясающе красивая. Потрясающе красивая, конечно. Да. Ой, господи, как же красиво. Посмотрите. Это просто бомба. Мы ее, конечно, потом еще раскрасим. Сейчас я закончу вот эту черно-белую историю. Сейчас мы добавим ей что-то. Я думаю, что все-таки элемент круга мне нравится. В бачок сделаем. Как бы она веером машет, машет, не домашет. Да? Красивые элементы. Вот так вот круг сделаем в бок. Мы не можем здесь обойтись без красного никак. Просто никак. И я его в бачок сделаю. Вот так вот. Угу. Господи, испачкала. Ну, нормальный человек, нет? Так, и все-таки я не хотела делать вот этого большого самурая. Он не такой графичный, но надо. Сейчас еще одну типсу сниму. Липкий слой. Он совсем-совсем не графичный. Он более заливной такой, да? Но чтобы нашу красоту дополнить, максимально сделаем, а потом я все-таки пару рисунков раскрашу. Ну, не могу я без раскрашивания. Не могу. Мне прям надо обязательно попробовать разукрасить. Этот самурай тоже очень красивый. Вот смотрите, без красного. Круто, да? Кто любит вот такое, девчонки? Кто такое любит, тот вообще будет балдеть. И здесь у нас он машет мечом. Я ему тоже сделаю сейчас вот это красное пятнышко. Все грязное. Все грязное. Так. Сейчас мы закончим. Будем с вами разукрашивать привычно. Найдем рисуночки, которые... Ну, домик один разукрасим, гейшу одну разукрасим. Правильно? Правильно. Рыбок. Волну. Обязательно. Как же? А как же без этого? Обязательно. Сложно, девчонки, сложно. Но можно. Сложно, но можно. Попробую еще. Так. О, успела. Все. Так, значит, смотрите, я сейчас покрою топом. Эти у нас получилось 8 дизайнов. Посмотрите, это просто шедевр. Я покрою их топом, покажу вам поближе, и мы перейдем все-таки к раскрашиванию. Покрыла топом нашу шикарную японскую красоту. Я не могу, девочки, моя душа плачет. Это просто любовь. Это любовь. Как красиво. Я надеюсь, что вам видно, как это стильно, да? Это очень стильно. Эх, красота. Ну что, начинаем разукрашивать. Начнем с инь и янь, да, возьмем вот эту известную гравюру. А, значит, я хочу как-то имитировать солнце. А, сделать все-таки фон. Я думаю, мы не будем брать другую. У меня была мысль взять другую пластину, но все-таки я за то, чтобы использовать одну. А, возьмем максимально, наверное, вот эту.
и сделаем такой стилизованный намек на солнце. Сейчас я сделаю две таких кругляшка, два таких, да. Потом покроем клеем для фольги, подготовим фон, стилизуем, просто стилизуем, намекаем, да, намекаем, намекаем на солнце. И сделаю выше, в другую сторону. Это будет вполне неплохой такой красный акцент. Да, неплохой. И потом раскрасим с вами, как на гравюре, черную и белые рыбы, что символизирует инь и янь, женское, мужское начало, там как хотите, белый и черный. Сделаем стилизованно. Прям стилизованно делаем. Вот так вот, посмотрите. И все-таки будет проглядываться красный, да, у нас? Это будет очень красиво. Мы можем также, вот видите, здесь у нас цветы, да? У нас здесь, в принципе, есть камыш, да? Но я не хочу уже лепить красное, я хочу все-таки, чтобы внимание шло на солнце. Если бы там была ветка у них здесь, да, мы бы что-нибудь дорисовали. Но я не хочу испортить, девчонки, не хочу испортить. А сейчас мы сразу покроем нашим... Где он, боже мой, где он? Вот он, клей, да, у нас для фольги, который сохнет в лампе. Надо, кстати, еще найти, который сохнет не в лампе. Я боюсь, что у меня скоро закончится, а пока второй придет из Китая, это будет вообще... 10 лет будем с вами ждать. Ну, как 10 лет? Месяц обычно. Бывает, и за 3 недели приходит. Я вот жалею, что я один заказала. Вот сразу два брать, пусть стоит. Он же не портится, он на воздухе не сохнет. Вот этот у меня 2 года стоит, и стоит, что ему? Ну, ничего не будет. И он не смазывает стемпинг. Он не смазывает. Я могу спокойно мазать. В отличие, например, от топов матовых. Хотя я купила один топ, которые говорят, что не смазывают стемпинг, я все никак его не протестирую. Но, в общем, известно всем, что, да, смазывают топы матовые. А вот эта штука, клей, не именно этой фирмы, я не знаю, как другой фирмы, но этой точно не смазывает. Что очень важно, не растворяет. Все, сейчас он 2 минуты его посушу, и мы с вами, пока он сушится, перенесем карпов черным. Слушайте, а как же мне разукрасить? Она же не будет. Может быть, мне как-то... Подождите, девчонки. Он прям черный-черный. Если мы сейчас так сделаем... Может быть, мне сделать серебристый ее... Ну, как бы не серебристый, но... Но совсем прям сольется у меня рыбка-то. Это. Блин, я что-то задумалась. Придется ее просто докрасить тогда, да, чтобы она прям была графичная. Это черная рыбка. Черная в черном тогда получится, да? Ну что делать? Придется сделать так. Да, то есть у нас с вами... А что тут, как ни крути... Ага, вот. Верхняя должна быть целиком вся черненькая. С белыми такими штучками. Можно пятнышки, может, как-то белым обозначить, чтобы она хотя бы не была такая, да? Да, я, наверное, добавлю немножко беленьких этих кругляшочков сюда. Чтобы она уж совсем, да? Угу. Да-да-да, девчонки, да-да. Я уже просто думаю вслух, извините. Вслух рассуждаю. Ладно, сейчас добавлю немножко беленького, а то совсем она будет скучная, эта черная рыба. Чтобы немножечко там ей... Как вот видите, вот здесь у нее чешуйки немножко белесые, да? Сейчас пару стрижков все-таки добавим, чтобы она была пообъемнее, поинтереснее. А то просто белым разукрашу.
девочки, я раскрасила, я решила добавить синего, чтобы море, волны были, ну, больше понятно, что это вода. Здесь штамп не очень прозрачный, ну, вот так, да. Черная рыбка должна у нас быть наверху. Сейчас проверю. Голубой точно высох. Так, надеюсь, что красное солнышко у нас попадет в кадр, как говорится. Все отлично, красный виден, рыбки видны, все покрывает топом. Так, посмотрим наши рыбки. Солнышко видно, красное, да, все видно, замечательно. Идем дальше. Значит, что мы делаем? Мы сейчас сделаем с вами а-ля вот эту волну. Разукрашу я голубым и белым, добавлю. Стемпинг будет синий, чтобы было прям море, море, море. Сейчас, секундочку. Вот так салфеточку положим. А, но тут у нас круглого солнца нет. У нас есть вот такое и такое. Мы можем эту и эту наложить сверху, да, заранее. Чтобы у нас было там солнце под волнами. Так. Где у меня все скрипки-то? Что-то я не поняла. Так, мы сейчас его сделаем. Вот тут достаточно большая волна. Вот сюда сделаем. Вот так. И в серединку вот отсюда возьму. Такое будет стилизованное солнце со штрихами. Да? Не будем с вами ничего брать с других пластин, рисовать от руки кружочки кривые. Зачем? У нас для этого есть стемпинг. Стемпинг придумали как раз для тех, кто не умеет рисовать. Извините, на правой руке мы же многие делаем себе маникюр, а не мастера маникюра, да? А нужно себе на вторую руку сделать, на правую. Вот. Вот. Все. Солнце готово. Посмотрите. Вот у нас готово. Теперь мы должны наложить сверху волну. Сейчас я покрою его сразу клеем для фольги. Где он у нас, красавчик? Вот он. Пока сохнет, разукрашу волну. Да? О, боже мой. Что это такое? Что это такое? Что такое? Уйди с кадра. Хм. Крошка какая-то попала. Не хочу сильно густо делать. У него и так слишком липкий слой. Он не то, знаете, мокро, очень мокро. То есть, если минуту сушить, он прям сильно. Недостаточно. Грязь какая-то попала. В смысле, слишком липкий. Не сухо липкий, знаете, а может, он не растворит, но он нехорошо приклеит рисунок. Нам нужно, чтобы была не совсем супер влажная типса. Поэтому советую сушить подольше. Хоть 3 минуты сушить. Только не минуту. У меня лампа достаточно мощная, не слабая, но все равно. Это же не гель-лак. Так, теперь все. Забыли про это. Теперь делаем темно-синим нашу волну. Хочу повторить за ними, за этой известной гравюрой. Вот, темно-синяя у нас уже присутствует. Осталось добавить белый и голубой. В раскрашивание. Господи, у меня уже остатки этого. Все. Сейчас проверяю. Все, да? А, это у нас что? Это у нас... Что это у меня тут? Ага, это лишнее. Это не наш. Вот, все. Сейчас чуть-чуть подсохнет, и мы добавим белый и голубой. Давайте посмотрим. Еще минуту только посушился, я хочу просто понять. Угу. Ну все, хорошо он ложится, все замечательно. Да, замечательно ложится, все хорошо. Пусть еще минуту посушится. Все, разукрашу. Все, раскрасили мы
волны с вами. Посмотрите, как красиво получилось. Мне кажется, очень неплохо. Так. Соединяем. Солнышко. И получается просто шедевр. Покрываю топом. Ну вот, топом покрыла. Наше солнышко, наша волна. Все у нас получилось. Так, теперь мы с вами делаем, я думаю, домик. А как я хочу начать сделать? Смотрите, мы делаем камыш. Так, я опять стираю липкий слой, потому что будем делать наслоение. Домик пока не знаю. Я сначала сделаю вот этот камыш и солнце, и посмотрю, что они как бы будут сзади, да? И посмотрю, что ляжет хорошо, да? Салфетку-то не достала. Посмотрим, что поместится. Не знаю еще. Сначала думала поменьше домик, а потом думала, может, побольше. И сделаю несколько приложений и выберу, какой больше подойдет, тот и разукрашу. Возьмем зеленый, сделаем сначала зелень. Сначала сделаем зелень в левую сторону типсы. Ой, взяла уже новую эту рулетку. Так, делаем зелень. Взяла не сильно яркую, потому что это вдалеке. Это вдалеке. И вот так в бочок делаем. У нас тут зелень. Сейчас солнышко. Солнышко берем. Угу. Аккуратненько. Сейчас высохнет уже все это солнышко. Все. Вот смотрите, сюда мы разукрасим домик. Мы покроем это клеем, у нас как бы фон готов, да? Поэтому я что хочу? Сейчас я сделаю домики черными, приложу и посмотрю, какой лучше ляжет, тот и раскрашу. Берем черный. Я думаю, что вот этот маленький ляжет, но я думаю, а вдруг и большой. Посмотрим сейчас. Но больше маленький. Мне кажется, он прям впишется идеально. Просто идеально. Ну-ка. Ну да. Сюда, видите? Давайте на всякий случай вторую. Вот эти два еще сделаем. Мне не сложно. Мне не сложно. Че нам, какая разница? Этот самый красивый домик, это, конечно, вот этот. Я не знаю, кстати, как эти сооружения называются. Наверняка у них есть название. Старинные здания японские. Слушайте, это тоже хорошо. Надо просто низ затемнить, чтобы он перекрыл траву. Жалко просто здесь травушку-муравушку портить. Этот прям вписывается в ландшафт. А тут надо будет затемнять. Так, и вот этот сейчас попробуем и решим. Ой-ой-ой. Выключилась камера. Ну, ничего страшного. Вот третий рисуночек. Домик очень симпатичный. Третий. Среднего ряда. Тут у нас большой, маленький, а это средний. Вот я думаю, мы его и сделаем. Низ я просто потом кисточкой докрашу черным, уже когда перенесу. Вот он хорошо ложится. Мы его сделаем, низ я потом черным докрашу. Все, разукрашу.
все, девочки, разукрасила наш красивый домик. Я закрасила низ черным, чтобы перекрыть вот эту зелень внизу. Покрыла клеем. И получилось все у нас перекрыть отлично. Вот, девочки, посмотрите поближе нашу конструкцию. По-моему, очень симпатично. Очень даже. Так, теперь, давайте посмотрим, что останется. Девушкам, гейшу мы разукрашиваем самое последнее. У нас осталось два домика, вот эти вот ворота. Я, вы знаете, что думаю? Может быть, сделать вот эти ворота как бы совсем практически невидимыми, да? Какой-нибудь там светло-бежевым, да? Что они типа там совсем-совсем вдалеке. Какую-нибудь вот зеленушку можно взять вот отсюда, да? Тоже так ненавязчиво, не ярко. Может, вот этот, но он шиммерный, но он такой светленький, прям хорошо подходил бы нам. Все, посмотрю. Вот этот вот, вот он. Какой у меня тут еще зеленый? Тот сильно яркий. Можно вот этот, ну прям он совсем слабый. Такой кусочек где-то сделать ненавязчиво, так с бочка, да, типа такая зеленушка у нас светлая, где-нибудь вот здесь, ну, такая, знаете, ненавязчивая. Может, мы ее даже и перекроем случайно домиком, да. А потом делаем солнышко. Пусть будет сейчас крупное солнышко. Пусть будет крупное. Боже, а что я лазю туда, если у меня здесь рядом все лежит? Уже и батарейка села, и Катя устала. Вот видите, уже ничего мне не подчиняется. Вот такое солнышко. Вот это здание сейчас сделаем. Думаю, каким-то бежевым. Так, чтобы оно было совсем еле заметным. Или вообще сделать что-то маленькое туда вдалеке. Я не знаю, девочки. Или вот это. Или все-таки ворота. Сейчас посмотрим. Хочу фон заполнить. Вот так вот. Вот эти ворота. Угу. А вот в этот угол посадить какой-то из двух оставшихся домиков. Сейчас я посмотрю. Наверное, вот этот большой все-таки сделаем. Этот совсем маленький. Совсем маленький. Да, разукрашу его. Вот этот фон покрою нашим любимым клеем для фольги. Где он? И потом на десерт разукрасим красавицу гейшу. И все рисуночки мы с вами использовали. Какие мы молодцы. Все рисунки мы сегодня с вами... Ну, кроме маски кота, но она тут вообще ни к селу, ни городу. Ни к селу, ни городу. Все, сейчас разукрашу домик. Посмотрите, какой шикарный у меня получился домик. Так, достаем ламп из лампы наш клей для, как его называют, фольги. Красота! Покрываю. Вот, девочки, посмотрите поближе стопом. Вот такой рисуночек. Все получилось перенести. Отлично. Теперь переходим к нашей гейше. Мы ее сейчас перенесем в
черным, как на штамп черненько сделаем. И потом лицо я раскрашиваю таким, да, телесным. И ее кимоно, или как оно там, веер, платье, уже другими оттенками, да, ну вот она красавица. Ну вы ее видите, вот она, вот даже так лучше будет. Вот веер красивый. Пока она подсыхает, сейчас я все сделаю. Быстренько ее раскрасим, нашу красавицу. И посмотрим, как она будет смотреться цветной. Вот, девочки, я раскрасила нашу красоту. Посмотрите. Ну, сейчас не очень хорошо видно, потому что это синий штамп все-таки. Сейчас мы перенесем нашу красавицу. Ух ты! Покрывает топом. Ну что, девочки, посмотрите. Я раскрасила нашу девушку. Японку. Вот такая она симпатичная. Ну что, девочки, посмотрите, какая красота наша Япония стопроцентная. Ну просто шедевр, я считаю, просто шедевр. Посмотрите поближе, максимально близко. Ну просто, девчонки, даже не надо ничего раскрашивать. Вот, ну посмотрите, какая красота, как это стильно смотрится. Быстро, да, и эффектно. Не знаю, лично я очень люблю, да, вот эту Азию, Китай, Япония, да. Это очень интересно. Вьетнам, Корея, это, ну, есть целые фанаты, да, этой культуры. Я думаю, эта пластина прям для них. Я думаю, молодежь очень любит. Еще мне надо найти иероглифы, и вообще будет счастье. Почему я не купила ту пластину, я не знаю, я не помню, что там была за пластина с переводом, да, японского текста, не знаю, может еще попадется мне, поищу. Если что, вы мне ссылки присылайте, я все посмотрю. Ну все, девчонки, пишите ваше мнение, все почитаю, всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч.